Начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Третий матч серии позади. Мы общаемся с Николаем Николаевичем Заварухиным. Пожалуйста, ваше резюме по встрече. Ну, равная игра, считаю, там обоюдно остро. Такие были моменты и у нас, и у Магнитогорска. Здорово сегодня в меньшинстве поработали, да. Опять же, овертайм, где соперник забивает гол, да. Да, все, спасибо. Спасибо. Вопросы из зала, пожалуйста. Михаил Скрыспольск, вы отметили, что здорово поработали в меньшинстве. Как этих удалений можно было избежать, особенно в овертайме? Как избежать? Ну, это эмоции, да, как бы все равно ребята стараются. Нет претензий там, к парням, возьмем из этой игры лучшее, да, перенесем на следующую, только начинается серия, я считаю, да. Да, и были там где-то, может, ненужные удаления. Ну, это еще раз повторю, это эмоции. Насколько вас удивляет, что две атакующие команды, Магнит и Автомобилист, так с большим трудом добывают голы? По сути, 1-1 в основное время сегодня было. Ну, много, да, много борьбы, я считаю, да, как бы хорошие команды, где-то здорово играют вратари. Ну, это, да, это кость-кость игра идет, как бы, тяжело забить, наверное, из-за этого, может быть. После поражения в первом матче соперник поменял голкипера, вместо Василия Кошечкина теперь играет Эдвард Пускуали. Были ли у вас мысли после второго матча выпустить на третий Игоря Бабкова, или не думали об этом? Ну, мы хорошо провели игру дома, да, и мы имели хорошие шансы там и в овертайме забить, и забили, да. Только немножко не в те ворота. Как и сегодня, наверное, да? А вот такие вот два автогола, это какой-то злорок, невезение? Я не знаю, это, наверное, есть какое-то, да, невезение, может быть, есть, согласен с вами, там, ну, это спор, да, опять же. Кто-то выиграет, кто-то проигрывает. Вопросов больше нет, спасибо. Спасибо. Продолжаем нашу пресс-конференцию. Илья Петрович Воробьев, главный тренер Магнитогорского «Металлурга». С победой, пожалуйста, по игре. Да, я думаю, хорошие были и овертаймы, и там третий период в нашем исполнении. Да, и, ну, рабочие голы, которые вот мы забили, вот последний, да, действительно рабочий гол, когда все на пятак и там доедают то, что нам, в принципе, то, что мы просили ребят сделать. И от головы вратаря зашла, да, шайба, поэтому рады, что выиграли очередной сложный матч, очередной матч, который в овертайме, да, и
Работаем дальше. Спасибо. Вопросы? Продолжается телекомпания «Твин». Илья Петрович, сегодня было большое удивление от того, как команда сумела добавить после второго перерыва. Мы часто сетовали на физику, и часто действительно зимой, вот последние недели, месяцы, команда проседала серьезно в третьем периоде. Откуда это сегодня достали, ребята? Они прибавили и в третьем, и в четвертом, и даже в пятом сумели добавить. Да, ребята действительно молодцы, это характер. Только характер? Характер, да. Трибуны погнали, может быть? Трибуны, однозначно, спасибо. Да. Огорчают нелепые какие-то удаления, вот откуда они берутся? Разговариваем об этом, да, сейчас так получилось, что многие ломают иногда клюшку, когда это, но одна часть вылетела, да, и поэтому это удаление. Будем еще раз об этом, что надо очень терпеливо играть, будем еще об этом укажем ребятам. Пока непонятно, вы сказали на флеш-интервью последним, что с Егором Коробкиным, насколько он готов. А Юров, как вам вот сегодня, с точки зрения перспективы, сыграть в основных 12 уже послезавтра? Посмотрим, сейчас пока разберем матч, посмотрим, да, и думать. Даня хорошо вошел, он, в принципе, молодец в этом плане, что он хорошо входит в игры, да, и может где-то с паузы сыграть, потом опять выйти и нормально сыграть. Молодец. Михаил Спирс, Спорт Экспресс. Это Пускуали вошел по ходу серии и выиграл 2 матча для команды. Длинные матчи вот для него после того, что он не играл некоторое время, как сказывается на его физическом состоянии? Ну, знаете, я вам сказал после последней игры, что он был готов. Он не был готов на первую игру, поэтому играл Вася, да. Понятно, что мне приходится иногда говорить такие вещи, потому что приходится, да, чтобы команда соперника не знала, что у нас там творится, да. А потом он набрал уже кондиции, да, немножко, и сейчас играет хорошо. Вы отметили хороший 3-й период и овертайм в исполнении вашей команды. Овертаймы. Да. Что мешало так сыграть в первом и втором периоде? Ну, обычно команда соперника мешает, да, сыграть, насколько дает тебе соперник, не так много давали, хотя я не скажу, что там второй мы тоже правильно играли, да, единственное, что, может быть, моментов не так много создали, ну, в принципе, играли. Что касается большинства, в овертайме пробовали разные спецбригады, но и защитников использовали или Дронова, или Яковлева. Мысли Коти Керны пробовать в большинстве пока нет? Ну, сейчас будем думать, разбирать, смотреть. Естественно, в этом компоненте надо добавить. Нам пока мы ни одного гола не забили, поэтому надо добавлять. С наших мест показалось, что Дронов был очень мотивирован и справится вот за это нелепое удаление. Вы у него заметили это двойное желание забить, поучаствовать в голе? Естественно, он командный парень, да, и парень. В принципе, и наши местные, и вообще, естественно, что ему, как настоящему спортсмену, это, наверное, болело, да, что он такую ошибку допустил, и мы пропустили гол из-за этого. Поэтому, естественно, горел желанием исправиться. Больше нет вопросов. Спасибо. Спасибо.